Привет всем участникам и зрителям нашего видеомарафона. Привет, друзья! Рада вас видеть. С вами Булатов Михаил и Лилия Донскова. И сегодня у нас третий день нашего видеомарафона с темой «Я как личность, мои сильные и слабые стороны и чем мы можем быть интересны и полезны людям». И давайте поговорим о том, что же такое личность. Вот честно, сегодня мы думали быстренько запишем ролик, отстреляемся и все. Да, и на часах почти уже 12 ночи опять снова. Полночь. Но в результате получилось, что мы весь день это обсуждали, мы весь день вели дискуссию, было очень интересно. Я спрашивала: Миша, какая я, какие у меня сильные стороны, какие слабые? Он же у меня тоже, а как ты считаешь, что это? Ну, вообще, вот спасибо вам за эту тему, потому что вот мы реально друг друга как бы вот раскрыли и еще немножко сблизились, кажется, уже куда больше, но это действительно помогает. Совершенства нет предела. Да. Но вот как мы вот выявили, да, для себя, что ну кто такая личность? Это человек такой целостный. Он живет согласно своему призванию, то есть занимается любимым делом. И все время работает над тем, чтобы раскрыть свои таланты, обучается, развивается и отдает. Да, для меня вот личность — это отдающий человек, который ну, отдает миру что-то, делает этот мир лучше. Это мое такое мнение. Ну и сами мы тоже, да, про себя. Да, мы живем самой простой жизнью, занимаемся любимым делом. Как вы знаете, уже многие из вас, я уволился из полиции, чтобы вместе с супругой заниматься общим нашим семейным бизнесом. Это нас еще, конечно же, сближает, и мы тем самым показываем, что мы семейная пара. У нас вместе есть общие интересы, что также развивает нас еще как личности. Ну, это вообще очень здорово, потому что мы друг друга еще и тренируем постоянно, потому что, работая вместе, буквально мы практически не расстаемся, да? И это так получается так круто. Ну, и мы вместе развиваемся, вместе да. Мы двигаемся по нашему пути, у нас есть план жизни, и мы всегда придерживаемся золотого правила, и мы учим этому своих партнеров в команде, да, и всем людям, с кем вот мы общаемся, если возникают какие-то у людей проблемы, я всегда говорю: поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. И все, ребята, вот тогда проблем просто вот не становятся другие. Вот ты просто понимаешь, что я бы не хотела, чтобы со мной так поступили. И все, и ты останавливаешься и начинаешь думать, а как надо сделать, чтобы всегда был вот этот, как выиграл-выиграл, чтобы было выгодно и тому человеку, и вам, чтобы как после общения с вами, да, вот когда человек пообщался с вами, вы ушли. И у него осталось приятное послевкусие. Он хотел вас еще видеть, еще встречаться. Да? Человек после общения с вами стал чуть-чуть лучше. Вот это вот круто. Теперь рассказывай про себя. Давайте теперь поговорим о наших сильных, слабых сторонах, о тем, чем мы можем гордиться, и о тем, над чем мы еще можем поработать. Нужно, да, поработать. Итак, начнем со своих сильных сторон, своих сильных качеств. Я считаю своим сильным качеством это настойчивость, одним из своих сильных качеств. И важным таким основным, главным примером своей настойчивости я хочу как раз вот продемонстрировать нашу супружескую пару. До того момента, как мы стали данной супружеской парой, 6 лет знакомства с Лилей. Последние годы это такое активное ухаживание, да, добивание, демонстрация своих чувств и так далее. И несмотря на ту разницу в 12 лет между нами, я старше, да. Несмотря на это, мы вместе. Моя настойчивость как раз результат этой семейной пары, которую вы видите на экране. Слабые стороны – это медлительность.
Может быть, как раз эти 6 лет, которые я растянул, это был такой отрицательный момент. Ну, не то, что отрицательно, это ты такой. Да, ну это моя такая вот слабая сторона, я считаю. И в принятии всех каких-либо важных решений, в принятии ответственных решений, я всегда долго думаю, я всегда прописываю прям буквально на бумаге все за и против. Я всегда лезу сразу в интернет, перечитываю кучу информации, прежде чем согласиться или отказаться. И в итоге, как всегда и получается, Лиля всегда мне прям молниеносно говорит верный ответ, а я к нему прихожу только через определенное время. Да, так оно и есть. Ты все? Ну, в принципе, да. Ну, я немножко про себя скажу. А моя сильная сторона, вот сильная сторона личности, то, что я умею воодушевлять и вовлекать. Да, очень классно. И я вот, знаете, если я что-то вот решила, да, я что-то хочу, я обязательно вовлеку сюда максимальное количество людей. Например, я решила заниматься там здоровым питанием. Я всех вовлеку. У меня все друзья начинают пить смузи, да, там делать чистку, заниматься планкой и так далее, да. То есть я это очень люблю, делиться. Одно, вот, если мне что-то нравится, я вижу хороший результат, то я однозначно этим поделюсь. Мне кажется, это вот очень сильная моя сторона. То есть сильная сторона Лили – это такой сильный мотиватор, Ну да, могу я им. воодушевитель, Не могу сказать, да. что сильно, но есть результаты. А слабая сторона, мне кажется, это то, что я ранимая. Я восприимчивая, очень много беру близко, да, вот на, как бы, на себя принимаю, но я очень отходчивая. Я быстро, я моментально все забываю, если, да, Главное знать подход. да, я очень быстро раз, и все, я переключаюсь, думаю, ну, это человек, это его слабости, ничего страшного, да, надо с этим поработать. То есть это мне нужно для чего-то, чтобы я стала чуточку лучше, слушать людей, понимать их. И ну, вот я благодарна людям за уроки, которые они мне преподносят вот, в течение жизни. Это очень круто, потому что каждый раз я понимаю, что я становлюсь чуть-чуть больше внутри. Ну, наверное, ну, вот это самое страшное. В принципе, на последний вопрос, чем мы можем быть интересны людям, мы уже рассказали как раз вот в том понимании личности, кто такие мы, наши сильные и слабые стороны. Да, мы можем быть полезны всем, мы любим гостей, мы любим угощать, мы любим общаться. Ну, я не знаю, вообще, ну, просто это круто, когда много друзей. И если мы можем быть чем-то полезны, то мы максимально Полезно, сделаем. интересно, да. Ну и самое главное, наша фишка, да, чем мы можем быть полезны, то, что мы вместе ведем семейный бизнес. И мы помогаем людям, которые хотят научиться зарабатывать через интернет. Я считаю, что мы делаем очень благое дело, особенно сейчас, когда кризис, да, люди, многие остаются без работы или там, ну, какие-то ситуации разные бывают, что нужны деньги, например, там в декрете люди сидят, на пенсию ушли. А мы очень здорово обучаем, у нас классная система обучения, которую мы создали сами, своими руками. Но об этом уже в других видео. Да. Не отвлекаемся от курса нашего видеомарафона. Спасибо, друзья, за то, что прослушали наше выступление. Ставим лайки, оцениваем наше видео, делаем репосты. Соответственно, мы все сделаем аналогично и даже еще больше. Спасибо вам большое. Вы супер интересны каждый день просматривать все ваши ролики. Все, конечно, не получаются, но мы к этому стремимся. До Пока-пока. встречи. Пока-пока.